Друзья, об этой трагедии никто в России не знает. Подписывайтесь срочно на наш канал и следите за новостями. Самый крупный украинский телеграм-канал сообщает нам страшную новость. Оказывается, в центре Киева этой ночью был расстрелян автомобиль всем известного украинского певца и шоумена Андрея Данилка. Он известен многим из нас как Сердючка. Двое неизвестных на перекрестке подъехали на мотоцикле и сделали несколько коротких очередей по автомобилю Андрея Данилка. К сожалению, водитель автомобиля погиб на месте, а сам Андрей Данилка, который находился сзади, сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Сотрудники полиции ищут подозреваемых. Подробности этой трагедии появятся уже завтра рано утром на нашем канале. Друзья, следите внимательно за нашими новостями.